Мэр Парижа Ан Идальго во время выступления в Киевсовете подтвердила, что она против допуска россиян к участию в Олимпиаде 2024, которая состоится в столице Франции. Международный олимпийский комитет пытается разрешить участие спортсменам Российской Федерации и Беларуси в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. Ранее Ан Идальго уже выступала против участия российских спортсменов в Олимпийских играх, в том числе в нейтральном статусе, пока Россия продолжает войну против Украины. Мэр Парижа приехала в Киев во второй раз и привезла в подарок украинской столице 10 генераторов. Ан Идальго отметила, что хочет подчеркнуть дружеские связи между Киевом и Парижем и что продемонстрированное Украиной мужество вызывает уважение, и Киев всегда может рассчитывать на поддержку. Через год у нас в Париже состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры. Вы совершенно справедливо задались вопросом о разрешении, которое принимающий город мог бы предоставить спортсменам, являющимся гражданами страны, совершающей самые страшные военные преступления против вашего населения. Мы понимаем вас. Вот почему я хочу выразить вам свое убеждение и свою волю. Пока российские войска будут продолжать вас бомбить, нацеливаться на ваше гражданское население и вашу инфраструктуру, пока российские солдаты оккупируют вашу территорию, я не хочу, чтобы российские спортсмены участвовали в спортивных соревнованиях.